Turismo, Región de Valparaíso. Sismo en proceso en Chile, Santiago. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Чили, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-востоку от города Лос-Анджелес. Очаг сейсмического события залегал на глубине 110,7 километра. Колебания земной коры были зафиксированы 3 ноября в 3 часа 17 минут по Гринвичу. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.